Его броня выдерживала десятки прямых попаданий снарядов противотанковых пушек. Его гусеницам были подвластны грязь и снег. Он не имел себе равных в открытом бою. Тяжелый танк Клим Ворошилов в фильме «Оружие». Конструкторы многих стран пытались создать танк, сочетающий в себе надежное бронирование, мощное вооружение и высокую маневренность. После Первой мировой войны появилась следующая классификация. Первые танки более мощные, танки прорыва. Танки прорыва, которые должны были бы, соответственно, преодолеть первую линию или первые эшелоны противника. Вторая группа более легких машин – это танки сопровождения пехоты, которые могли действовать на большом удалении от своих рубежей, скажем так. Ну и третий класс – это использовались танкетки как машины боевые бронированные для разведки. Основным методом проектирования тяжелых танков было оснащение корпуса бронированной машины множеством башен с пушками и пулеметами. Броня таких машин была тонкой и легко уязвимой для артиллерии всех видов. Были созданы так называемые тяжелые танки Т-35, но они имели тоже противопульную броню и не были не способны противостоять огню даже самых легких противотанковых пушек. Зато танк Т-35 имел экипаж в 11 человек, 5 башен, 5 пулеметов и 3 пушки. Опыт гражданской войны в Испании показал, самый страшный противник танков – скорострельные противотанковые пушки. В середине 30-х годов их производство было поставлено на поток. Снаряды калибра 37 мм без труда пробивали тонкие 13-миллиметровые листы броневой стали. По итогам боевого применения Т-26 и БТ в Советском Союзе был сделан вывод – мотомеханизированным соединением Красной Армии срочно требуются танки с противоснарядной защитой. Осенью 1938 года вопрос о создании новых тяжелых машин был вынесен на заседание Главного военного совета СССР. Армейское руководство во главе с начальником вооружений РККА Григорием Куликом настаивало на продолжении работ над многобашенными танками. Рассматривались два проекта – СМК и Т-100. Они должны были иметь по две башни и противоснарядную броню. На совещании в Кремле в ноябре 1938 года, когда Сталину показали макеты танков Т-100 и СМК, Сталин подошел, посмотрел, а потом взял и снял с них по одной башне, сказав, что это вы устроили «Мюр и Мюрелиз». «Мюр и Мюрелиз» – это знаменитый магазин, который сейчас называется «ЦУМ» в Москве. Вслед за этим, уже после того, как танки потеряли по одной башне, появилась идея, а почему же вообще вместо двух не ограничиться одной башней? Почему в эту одну башню решили установить сразу две пушки? Идею постройки однобашенного тяжелого танка выдвинул главный конструктор Кировского завода Жозеф Котин. Именно ему суждено было стать ключевой фигурой советского тяжелого танкостроения в грозные годы Великой Отечественной войны и после ее окончания. Котин Жозеф Яковлевич – выдающийся советский конструктор, генерал-полковник инженерно-технической службы, доктор технических наук, герой социалистического труда. Годы жизни 1908-1979. Родился в рабочей семье. В 1932 году окончил военно-техническую академию имени Дзержинского. В 1941-1943 годах заместитель наркома танковой промышленности СССР, главный конструктор Челябинского тракторного завода. В феврале 1939 года на базе укороченной ходовой части танка СМК началось проектирование однобашенной экспериментальной тяжелой машины. К работе над ней приступила группа конструкторов под руководством Николая Духова. Танку присвоили наименование КВ «Клим Ворошилов». Резерв массы, полученный после отказа от второй башни, был отдан толстой 75-миллиметровой броне.
Листы гомогенной броневой стали сваривались между собой по революционному для того времени точечному методу инженера Евгения Патона. Ведущая танкостроительная держава Европы Германия почти до самого конца Второй мировой войны броневые листы своих танков крепила на болтах. Также советские конструкторы увеличили углы наклона брони, чем серьезно улучшили ее защитные свойства. В результате танк выдерживал прямые попадания бронебойных снарядов калибра до 76 мм. Идеи, заложенные в конструкции КВ, были революционными не только для советской бронетанковой техники. Нигде в мире не существовало ничего похожего на эту тяжелую машину. Машина получила мощный дизельный двигатель V2. Экономичный, неприхотливый и надежный. Стоит напомнить, что в то время основные типы танков оснащались довольно капризными и прожорливыми бензиновыми двигателями. Первоначально башня танка проектировалась под два орудия калибра 76 и 45 мм. Однако этот опыт был признан неудачным. В боевых условиях заряжающие и наводчики двух пушек только мешали друг другу. Поэтому 45-миллиметровое орудие убрали. Вместо него был установлен танковый пулемет Дегтярева. КВ-1 – тяжелый танк. Боевая масса 43 тонны. Длина корпуса 6,7 метра. Ширина корпуса 3,3 метра. Толщина лобовой брони 75 мм. Двигатель дизельный мощностью 600 лошадиных сил. Скорость до 34 км в час. Вооружение. Одна пушка калибра 76,2 мм, три пулемета калибра 7,62 мм, экипаж 5 человек. В Европе того времени самые современные танковые войска и развитую танкостроительную промышленность имела Германия. Силу панцерваффе наглядно продемонстрировали боевые действия на Западном фронте весной-летом 1940 года. Неожиданно быстрое поражение союзников было обусловлено не только тактическими, но и техническими факторами. Немецкие танки по многим параметрам, например, скорости и маневренности, превосходили французские и британские боевые гусеничные машины. В том же году советская военно-техническая делегация посетила Германию. Немцы ничего не скрывали, надеясь поразить воображение своими разработками. Гости из СССР подробно ознакомились с бронетанковой техникой вермахта. Они отмечали хорошие условия работы экипажей, отличную оптику и удобство расположения наблюдательных приборов, а также наличие командирских башенок. По итогам визита советские специалисты представили в Кремль подробные доклады. В них отмечалось, что последние разработки ставят Германию в ряд лидеров мирового танкостроения, но никак не могут сравниться с достижениями отечественной промышленности. Немцы не показали танков с дизельными двигателями, широкими гусеницами, противоснарядной броней, длинноствольными пушками крупных калибров. К концу 30-х годов, то есть к началу Второй мировой войны, на вооружении вермахта находились в основном танки Т-1. Танк Т-1 – это была легкая боевая машина, которая имела в основном пулеметное вооружение. Но на этот танк могли устанавливаться малокалиберные пушки. Но машина имела, опять же, легкое бронирование и обладала невысоким уровнем подвижности, потому что большого опыта создания танков на то время у Германии не было. На основе полученной информации советское руководство сделало собственные выводы. В Кремле просто не поверили, что у вермахта нет тяжелых танков. Посчитали, что свои новейшие бронированные машины Гитлер спрятал подальше от посторонних глаз в секретных ангарах. Некоторые основания для такого заключения были. Через наше главное разведуправление поступила информация о том, что в Германии создаются мощные танки с броней с толщиной до 100 и выше миллиметров.
Откуда появилась такая информация? Немцы старательно пытались дезинформировать противника, и для этого пошли на ряд ухищрений. В частности, три опытных немецких танка «Гросс-трактор» использовались в норвежской кампании, причем, собственно, большую роль они там не сыграли в 1940 году, но их снимали под определенными ракурсами. Они действительно довольно большие. Они почему вот эти вот тракторы выпускали? Потому что у них после Первой мировой войны они не имели права вообще иметь на вооружении танки. Уже тогда отец танковых войск, господин Гудериан, он понял, что без этих войск обойтись невозможно. И чтобы готовить танкистов, вот они вот эти создавали трактора. И на тракторах учили в том числе и тактики. Даже вот без стрельбы, без огня, но тактики боевым действием учили на тракторах. В реальности на первом этапе войны немцы слабо интересовались тяжелыми гусеничными машинами. Причиной была принятая в германской армии и успешно подтвержденная в боях доктрина Блицкрига. Для молниеносной войны требовались скоростные маневренные танки, которые могли быстро прорваться в глубину обороны противника. При этом крупнокалиберная пушка и мощная броня считались дорогостоящим излишеством. В отличие от вермахта, механизированные соединения Красной Армии получили танк с противоснарядным бронированием еще в 1939 году. 23 сентября машину показали военно-политическому руководству страны. Первым боевым испытанием для нового тяжелого танка стала война с Финляндией. Зимой 1939-1940 годов один КВ отправился на Карельский перешеек. Продолжение рассказа о судьбе Клима Ворошилова в следующем фильме «Оружие».